так снимает. Всем салют, мы находимся с Тарасом Парничком в самом центре нашей необъятной родины. Мы уже прошли спотов 5, но эти споты не для Стаса. Нет, чел, просто... Споты Стаса, чтобы вы понимали, это, бля, по щиколотку, по трусы. У него команда это Ерема, 4.20, Аркаша, перила по щиколотку, по носки. Что скажешь? Петь не заебай. Парничок есть. Стас, здрасте. А? Что? Не, у нас нет. У нас велосипед. Можешь ходить покатайтесь. А? Будь здоров, просто. Все, короче, в лагере мы такие. На, пожалуйста, бархатная. Как так с первой делать? Снимай. Не верю, с первой попытки. Чего? Перебор. Перебор. Ты фейки умеешь вообще? Знаешь, почему? Потому что велосипед просто не предназначен для катания. Конечно. Давай, последний. Я делаю сейчас. Парник. Понял? Я, короче, смотри, расскажу. Чуваки, если что, я не лох. У меня просто рука не работает, я сейчас оперся на переднюю и разъебал. Дубль один, кадр 100-555. Шо у нас? What the fuck, Юрец Лямзин, красава! Покажи бар другу, пусть я сниму. Все, да? Покажи. Пошел, поехали! Блядь, Стас, сука! А как поехать-то на нем? Я толкался. Во, а это твое, Ванетти, это твое! Давай его! О, ничего! Итак, чуваки, всем привет, это опять новый влог. Я катаюсь с Клим Дюди, с Мижганом, Мижган делает крутой трюк. Давай два. Давай, Иван. Давай фибл крэнк. Фибл крэнк? Да. Давай, давай, Мижган, почини дело. Новый трюк со второй попытки. Фибл крэнк, мэн. Вот. Оу, щит! Чего? Клим Дюдик! Хорош, Дюдик! Дюдик, ты че, его? Нормально, брат! Сука, ебать! Ебать! Короче, чуваки, Клим нихуево разъебался так. Поэтому я не очко, и я доберу эту хуйню. Давай! Я на железе, чуваки, сори. Мижган делает опахар. Типа кататься умеет. С первой попытки, йоу! Пацаны, что-то они вообще на стабиле, эти мутищенские пидоры, блядь. Я с первой часть сделал. Первая попытка пойдет для первого раза нормально, да? Так, все, теперь нахуй другой спот. Меня заебывает этот спот, погнали другой. Мижган чуть не проколол себе башмаки на лесопедах. Короче, чуваки, Клим говорит, Стас, снимай, сейчас Ванетти переднее сделаю. Бля, я не сделал. Ступень передняя. Чуваки, вы слышали этот звук, это вообще. Давайте треху. Пуф.
Чувак, ты чуть не умер. А в чем проблема? Потому что тут не площадка для всяких вот таких спортивных тренировок. Тут есть собака. И что? Ничего. Ты понимаешь, чего? Мы можем кататься. Мы можем кататься хоть где. Да, чуваки, вот не будьте такими людьми, как эта, блядь, жаба ебаная. Шляпа! Чуваки, Дюди хочет сделать просто огроменный гэп. Межган стоит, патрулирует бибики, а Межган едет. Все, Межган! Ой, блядь. Все, Клюм, давай! Все, чуваки, Клюв едет. Ой, Александр Клим. Чуваки, короче, за Клим Дюдь совсем уебался. Чуваки, сейчас будет 360 в этот гэп. Клим, в этот гэп или просто в дроп? Чуваки, расстояние метр. Он будет 360. Чуваки, мне реально стрёмно. Давай, Сань, чай в своё, короче. Блять, просто вдаль надо прыгнуть. Да, чувак, просто вдаль. Да, чувак, ты типа ходов можешь меньше, чем сейчас. Я чуть-чуть совсем и сделаю. Чувак. Это, чуваки, вообще перебор. Я что-то, блядь, кум. Межган, что думаешь? Я думаю, это полный перебор. Чуваки, за это реально лайк, потому что, ну, блядь, чуваки, здесь расстояние, реально говорю. Межган, ну, чуваки, где-то 2 метра расстояние. 2,5-3 метра. И где-то, ну, полтора короче, метра высоты. Да, полтора метра высоты. Нет. Все, чуваки, он едет, но мне, чуваки, на самом деле, пиздец страшно. Стой! Чувак! Я тебе говорю. Пиздец! Все. Чуваки, это пиздец! Чувак! Это вообще пиздец! Закрыл этот. Чуваки, ну его нахуй!